think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня аккаунт на русском сервере, и сегодня у нас роллинг без коллекционеров, без чего-либо, чисто роллинг недостающих героев. 110 тысяч самоцветов на аккаунте. Ну, как вы поняли, аккаунт у нас донатный, почти 1,5 миллиона, ребят. 1,5 миллиона – это дофига. Но силы, как видите, здесь не так уж и много. 650к. Да, почти полтора ляма доната. Немало. Не хватает 2 героя, 3. Мастер рун. Божество. И дама холода. Вот так вот. То есть, по сути, у нас дама холода единственное и божество, кто сегодня на роге. 110 тысяч самов, ребят. Гильдия, взрослые люди, первые места, битва гильдии, атака фортов, Android сервер, русский сервер, Android платформа, атака фортов 12.00, БГ минималка плюс 600 в силе, прием через телегу, телега Лоралея. Лоралея. Что-то знакомые были мы на этом, в этой гильдии уже что-то мы ролили, по-моему. Да, было такое. В общем, кидайте заявочки, вступает, кто играет на русском Android сервере. Игроки принимаются с чистой силой. Для БГ есть тоже минималки. Игрокам силой 250+, обязательно брать топ-5 на БГ. Вот так вот. Атака фортов в 12.00. Такс. Ну, в общем, так разобрались. Ну, аккаунт, видимо, старенький, потому что 1,5 ляма на сегодня, если бы он задонил, наверное, где-то так месяца 2-3, допустим, назад он начал, было бы намного больше силы, я думаю, порядка за лям, а то и около 1,5, потому что при таком донате действительно больше плюх было бы. А тут, так как и у многих, кто играет давно, и получают, соответственно. Так, тут он все забрал. Поменьше плюх. То есть им нету смысла сейчас на многое донатить. Поэтому, соответственно, они получают сейчас меньше разных расходников, которые нужны для дальнейшей прокачки. А такие, как я показал на столке на Айсе, они просто тупо выводят аккаунт в топ. В принципе, за не такой большой донат, как это было раньше. Так, окей. Он сегодня тоже, кстати, задонил. Забрал он накопление. И получил донатную, он забирал донатную карту. У нас будет еще открытие. Вот это такая вот пятая карта. Может, отсюда божество упадет. Ой, говорю божество, леди. Посмотрим. В общем, поехали, попробуем паролить. Посмотрим аккаунт еще, что у него есть интересного. В общем, let's go. Сундучки я открывать не буду. Мне, в принципе, не особо что-то дадут. Никакого эффекта они нам не дадут. Там ничего такого для нас интересного нет. Кстати, я хотел посмотреть, есть ли сегодня сокровищница. Да, есть сокровищница, отлично. Что у нас тут? Бугиман Махатма, Командора, препарат роста. Ну, такое. По крайней мере, 55 тысяч практически у нас будет. Тоже покликать, посмотреть, как падает. Ну, я так Андрюхи вытащил недостающего героя. Хоть мы ролили, выбивали. Воржей. Королева Гарпий. Выбивали так, пробовали. Я еще завтыкал запись включить. В итоге потом чисто отдельно достал ему. Это, конечно, был полный трэш. Такс. Рыцарь. Ну, нифига себе рыцари падают. Фрейка. И это, конечно, прикольненько все. Но надо всего лишь два одержимые, которые сегодня на английском коллекционере 640
осколков дает этого героя. Сноу и 89989. Поехали в райд. Не знаю, что там мастер рун. Блин, я никому не могу выбить. Я не знаю, что такое случилось после этого обновления, но он очень хреново начал падать. Не то, что хреново, вообще нереально. Его вытащить, ну просто пипец. А тут еще такая задача. Два недостающих героя. Но будем пробовать. Все, завалили огника. Отлично. Сердцеедка. Заклинательница. ББшка. Триантик. Ледяной феникс. Ну, последние, ребят, последний день зимы падают ледяные. Командорка тоже замораживает. Космо, да ну нафиг! Это, знаете, это был бы бездонат, и такой вот дроп на бездонате, это было бы реально круто. Атлант. Блин, нападало так вроде и неплохо. Бигфут, я говорила, что это просто что-то какое-то сегодня заколдованная тема, но нам это все нафиг не надо. Нам надо всего лишь несколько героев. Дама холода и мастер рун, бездонатный бард. Каблук. Противник в сети. Каблуки вернулись. Каблуки вернулись в сеть. Варлок. Призрачный всадник. Ворожей. Ну, рандомчик, давай. Космо еще один. Нифига себе. Блин, уже половину переролили. И два космо, это, конечно, супер. Череп. Блять, мой череп за 250к так и не упал. Хранитель. Смерть. Командора еще одна. Просто какой-то ад. Еще? Да ну нафиг, это издевательство просто над моими нервами. Капитан Дрейк. Королева Гарпи. Ну, знаете, вот я не знаю, что-то вот... Этот дроп после... Ну, этой обновы. Ну, вообще никуда не... Да, герои падают классные. Но недостающего достать, это просто какой-то трэш. Я ни одного не достал мастера рун. Сколько я переролил за это время, ну просто нифига не упало. Королева Гарпий, Индия, Триант, Душек, Родомчик, давай, Ниндзя, Сурик, Малышник, Купидон, Сукуб Тыква. Просто, просто жесть, смотрите, Лего за Легой падает. Не, ну я не знаю, блин. Надо вот просто, наверное, таким аккаунтом отказывать в роллинге. Оккультист. Потому что это, я считаю, это пустая трата самов. Вот лучше бы эти самы спустить на созвездие. Вот это, наверное, было бы больше толку для аккаунта. Ну, конечно, недостающий герой. Я знаю, что это такое, когда хочешь недостающего героя, и ты готов тратить все ресурсы ради выбивания. Это да, это печально.
Малыш Ник, Фрея, Капитан Рогатка. Блин, да мы их уже по повторке выбили. Это жесть, ребят. Это реально просто трэш какой-то. Варлок. Ну, блин, ну что я могу сказать? Поздравляю, мы тебе ничего не выбили. Блин, на таких аккаунтах, ну не надо ролить. Спускайте лучше на созвездие, я не знаю. Командора еще одна. Это просто какой-то, блин, пипец. Командора, кристаллы. Сейчас посмотрим, сколько мы отсюда еще вытащим чего. Ну, 110к, за 110к, да, можно одного сделать героя на уклонении, и то можно не сделать. Можно сделать 10 героев более-менее нормально довести. Сейчас посмотрим, что у него на аккаунте творится. Ну, не знаю. Мастер рун просто тупо не падает. Просто тупо хрень. Как бы ты старался, не старался, нифига не падает он. Хрен его знает, что с ним делать. Землеройка. Вот точно так же землеройка Андрюхи упала. Ну, хоть падает Махатма. Но я скажу вам так, под сокровищницу на русском сервере еще одна землеройка сейчас стоит тратить. Вот для бездонатов, у кого есть там, кто-то хочет паролить, командора, сейчас герои на русском сервере падают просто бомбически с этой акции. Если раньше там, блядь, Бугимен, третий ледяной феникс. Да ну нафиг, командора третья, по-моему. Не, это жестко. Вот так вот 100к, если бы это был без донат, это было бы нереально круто. Так как это донатный аккаунт, и у него всего лишь, блин, по сути, 1-2 героя недостающих. Стоит подождать, я скажу так. Если у вас такая вариация есть, самое лучше спустите их на созвездие. Это единственное, что сейчас, по сути, многим донатам надо, что это качать созвездие, перекачивать. Остальное, все расходники, они день с днем дешевле, 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 и вообще стоят копейки. Так, окей, поехали посмотрим. Что в итоге у нас получилось? Две командоры, две землеройки, Махатма. Ну, блин, за 100к, я вам скажу так, это круто. Если взять вариант, то, что это без донату такое, кто накопит 100к самов. Таких, конечно, мало ребят, но есть такие ребята, которые копят. Это, конечно, просто бомбические плюхи. Особенно землеройка, феникс. Ну, блин, я знаю по себе, что я никогда такие плюхи не накоплю, потому что у меня это нету такого. Есть люди, которые действительно это собирают. Суперсилу вытащили, неплохо. Так, ну что ж, мякнем. Может, отсюда выпадет, если повезет. Хладный призрак. Ну... К сожалению, что есть, то есть. Так, интересно, что у него по божеству. 87, да собирает все-таки, собирает по чуть-чуть. Ну, что я могу сказать? Хозяин, барин, потратили, в принципе, неплохо. Ресурсов получили дофигища, которые не нужны. Так, поехали посмотрим еще аккаунт. Что у него тут сделано? Бардик. Хорош, бард хорош. Ну вот, видите, тройки, двойки. Вот куда надо. 323 карты. А, он, наверное, не особо силу качает. Вот почему так. Ну вот сюда было бы получше это все слить. Вот на этих вот героев. Да, тут созвездие можно подымать и подымать. Но у них только чистая сила, я не знаю. Может, не надо было ролить. Так, поехали посмотрим, что у него делается по прокачкам.
С водушкой, но это старенький вариант, но второй с СЗшкой. Ну, в принципе, как старенький, для битвы гильдии, скорее всего, заточенный. Так, с урезалкой, отлично, отлично, отлично. Я думаю, тут все песня. Что-то он понакачивал этого целителя души, смотрю, всем десятку. В принципе, герои отличные. Для игры более чем хватает. Дальше уже пошли мелкие. Блин, ну, что я могу сказать? Кидайте заявочки в гильдию «Взрослые люди», русский Android сервер. 100 косамов под коллекционера, конечно, круто, но для аккаунта это бесполезная была трата. Ну, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, кидайте заявочки. Всем удачи, всем пока.